В общем, привет, я не знаю, как меня будет слышно, потому что вот мой день прошел вот так, на фестивале День Пусанки. Я была круче. Единственное, что я там ничего не взяла, потому что там особо ничего не было. Вот. Но его выдавали бесплатно. В общем, я сейчас сижу на вокзале, уже хочу поехать обратно. И я так рада, что мне пришла зарплата, я приехала на этот день, я реально не пожалела, хотя у меня дорога вышла 2600 вроде, вот, и я не жалею, честно, я хотела сходить, я сходила, и я довольна. Единственное, что я потратила всю свою зарплату, у меня осталось буквально 500 рублей, потому что я зашла... Папе подарок купила, потому что сегодня день морского флота, 29 числа. Вот, купила станочек дорогой. Ну, а что делать-то? Я, ну, как, хоть мне и 20, но я подарки дорогие дарить не могу, как когда есть возможность, то мне не жалко. Ну, я лучше подарю папе хороший подарок, чем положу денежки в копилку, ну, по крайней мере, в данной ситуации так точно. Потом купила еще один домик, как бы на день рождения. У меня было домика, а он сейчас опять болтает. Но я надеюсь, что меня будет слышно. Вот. Он красивый, он трансформируется в профиль подушечку. Я потом завтра все покажу. У меня поезд 23, а сейчас 21. Короче, еще 2 часа мне тут сидеть. Я обгорела ужасно. Это потому что я весь день, ну, я выбрала себе хорошее место, уже в сцене, снимала всякие кусочки, просто тупо обгорела, я не знала, у меня это бутылка воды, вторая, первая, был литр, и то я приехала, я ничего не поела, я поехала сразу туда, я приехала раньше, чем нужно, и то есть я была еще на репетиции. Фестиваль, ну что-то мне что-то покупать не хотелось, купить мне не хотелось. А потом я как села, и села до 6 вечера. Я не вставала. У меня вот этот комбинезон, снизу, да, и был полностью на ногах сырой. Стул, что мы там все так сидели, все могли сидеть в мире. Солнце бьет, 30 градусов, и это ужасно. Кстати, выбрала группа, она танцевальная таза, на которую я думала, не была одна на концерте, потому что там девочка, которая меня по интернету находила, она не смогла найти, ну а так у меня больше, я не знаю, никого не найти, пришлось быть одной, ну ладно, не точно, важно мне внимание, вышло, вот. Команда выбрала та, на которую я реально мне понравилась, потому что она танцевала то, что они не столько сделали, конечно, это реально было как будто, ну, кавер, то есть они сделали как пародию, только не диснеев, а реально как будто, ну, оригинал, и они заслуженно полетят в Корею. Вот это был самый главный приз фестиваля. В общем, как-то так. Ну, для меня вообще до свидания. Я, то есть, как сидела, я так и обгорела. Тупо вот эти места. И все. Круто. А, еще руку сейчас покажу. Шикарно, правда? Ладно, вот сейчас так все покажу.